Поставки российского газа в Армению будут временно вестись через Азербайджан в связи с ремонтом газопровода «Северный Кавказ» за Кавказье. Как передает канал 13 со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении общества с ограниченной ответственностью «Газпромэкспорт». «Газпромэкспорт» и государственная нефтяная компания Азербайджанской республики 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана, пишет российский поставщик. Контракт предусматривает, что во время планово-предупредительных ремонтных работ на российском участке магистрального газопровода «Северный Кавказ» за Кавказье газ будет поступать потребителям через территорию Азербайджана до границы с Грузией. Работы могут занять около 3 недель. После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу Российской Федерации и Грузии, добавляет «Газпромэкспорт». Заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью СОКАР Ибрахим Ахмедов, высказываясь в этой связи, отметил, что в связи с ремонтными работами на газопроводе российская сторона обратилась к Азербайджану с просьбой о транзите ее природного газа из Азербайджана в Грузию, и была достигнута договоренность о временном транзите российского газа через Азербайджан в Грузию на платной основе.